Фонд капремонта на Алтае работал с нарушениями. Региональная госинспекция взяла рекоператора на контроль. Как пишет «Комсомольская правда» на Алтае, специалисты определили, что сайт фонда содержит неполную информацию о проверках, которые проводила у них краевая госинспекция. Кроме того, фонд ведет недостаточную исковую деятельность относительно должников. Выданы предписания. В Бийске заканчиваются места на городском кладбище. Как пишет АИФ «Алтай», власти рассматривают два варианта решения проблемы – отдать земли сельхозназначения и тем самым расширить старое кладбище или строить новое. Рассматривается также возможность повторного захоронения, но только к родственникам. Заброшенный парк Победы, который закладывали герои Советского Союза более полувека назад, будут восстанавливать в Барнауле. Работа над проектом уже началась, и в ближайшие два года его собираются воплотить в жизнь. Корреспонденты Политсибру выяснили, чем парк в районе моторного завода ценен для барнаульцев. На сайте приводят документ. Здесь, например, говорится, что у каждой елочки были таблички с именами героя войны. А сами герои принимали участие в закладке парка. Говорят, что ель там посадил даже космонавт Герман Титов. Студенты сейчас разрабатывают проект, рассчитывают на средства городского бюджета и губернаторский грант. Полная история на сайте Политсибру. Евгения Доровская, наши новости.